2014 году, когда мы знакомились с жителями Кишинева и с жителями всей страны, мы предлагали все то, с чем мы идем сегодня в парламент. Мы предлагали те же законопроекты, которые испугали, начиная политбюро, заканчивая некоторыми региональными коррупционерами и преступниками. Один из основных пунктов нашей программы – это был пункт ликвидация Центра по борьбе с коррупцией. За 7 лет миллиард украли, они не заметили. Когда утащили аэропорт, они не услышали. Когда через страну прогоняли так называемую молдавскую схему «Ландромат», они выключили и свет, и звук. Один из ключевых проектов, которые должны стать витриной для всех туристов, для всех инвесторов в страну, мы предлагаем национальный проект «Три столицы». Потому что, не приведя в порядок столицы нашей страны Кишинев, южную столицу Кагул и северную столицу Бельцы, у нас сегодня, когда все кричат про борьбу за экологию, но чтобы вы знали, что и в Кишиневе, и в Бельцах, и в Кагуле у нас есть улицы, где нет канализации в 21 веке. Вот что должно нас сегодня всех заставить задуматься. Мы ликвидируем районные советы, это наш приоритет уже очень много лет, а этому сегодня многие подражают. Выиграв по 2 мандата примара, мы показали не на слове, а на деле, что мы умеем делать. И если мы справились с задачами на региональном уровне, я уверен, что мы достойно справимся на национальном. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.